Я всех приветствую. Сегодня ролик засниму такой. Остатки канди, где-то еще не тронутый канди. Собрал от пчелок, им поставил медик и так далее. Куда деть вот эти остатки канди? Канди я изготавливал свое, так что натурпродукт. И чтобы он не пропал, я просто-напросто его беру и скипячу водичку. И примерно один к одному, сколько канди, столько воды, разбавляю в теплой воде. И потом все это идет на корм нашим пчелкам небольшими порциями и так далее. Также для предупреждения кишечных болезней пчелок, а также болезней, поражающих расплод, добавляю в готовый уже растворный сиропчик. Вот такой вот ингредиент. То есть чеснок обыкновенный. На литр сиропа я добавляю два небольших зубчика. Два небольших зубчика. Никаких настоев не делаю. Добавляю в свежем виде чеснок, через чеснокодавку раздавил, и в готовый сиропчик добавляю, перемешиваю и вливаю потом пчелкам. Также запах чеснока не любит и клещ ворвуа, поэтому в целях профилактических добавляем чесночок в сиропчик и все это дело скармливаем пчелкам. Но сейчас приготовим сироп и раздадим это все в отдельные семейки. Ну вот, сиропчик готов. Пришел покормить наших пчелок. Чтобы не выстуживать, пленку не поднимаю. Подложил два брусочка для постановки кормушки. Вернее, три. Вот здесь вот сейчас канцелярским ножом прорезаю отверстие. И вот таким вот образом буду устанавливать кормушечку. И все, они сюдой проходим будет. Вот таким вот образом. Пчелки, как видите, разошлись по всему уже гнезду. По всему гнезду. Тепленько, расплод уже показывал я, что матки начали работать, так что сейчас будем устанавливать наши кормушечки и наливать по небольшой порции сиропчика. Вот так установил пустой корпус, установил кормушечку, здесь отверстие уже готово, пчелкам проход есть. Сейчас будем заливать сиропчик. Сюда предварительно капнул несколько капелек. И вот уже пчелки начинают
подниматься. Все закрываем и утепляем сверху улик. Ну вот и все, вот такая вот процедура сейчас предстоит следующих. И таким образом небольшой порцией сиропчика подливаю семейки, которые считаю нужным. Потом посмотрим, как пчелки берут сиропчик. Я думаю, заберут они это все дело быстро. У нас уже 2 дня льет дождь. Вот это сегодня вот к вечеру немножко успокоилось. Погодка, дождик перестал, но все равно пасмурно, погода нелетная. Всего лишь 5 градусов тепла. Только на следующей неделе там уже вроде как более-менее погодка наладится. Ну, посмотрим. Ну, вот такая вот процедура. Ну, на этом свой короткий ролик буду заканчивать. До скорой встречи. Всем добра, всем удачи, всем пока.